Другим новостям. Насколько хорошо сегодняшние школьники владеют устной речью? Проверить это призван новый экзамен для девятиклассников. Предполагается, что он станет своеобразным допуском для прохождения итоговой аттестации по русскому языку. Эта модель сейчас проходит апробацию в 19 регионах страны, в том числе и в Чувашии. Пилотными площадками в Чебоксарах стали 4-й лицей и 5-я гимназия. Бородинскому сражению, которое произошло между русскими и французскими войсками в сентябре 1812 года под Москвой на Бородинском поле, посвящен музей панорам «Бородинская битва». Выразительное чтение, пересказ текста и рассуждения на заданную тему. Оценку девятиклассникам выставляют по системе зачет-незачет. Устный экзамен по русскому языку станет определяющим при допуске к итоговому испытанию. Две модели сегодня пробируются у нас в республике. Это компьютерное тестирование и собеседование с экзаменатором-собеседником. Апробация нужна для того, чтобы определить, какая же модель удобнее. Возможно, может получиться так, что каким-то регионам удобнее модель первая, каким-то модель вторая. Возможно, даже внутри региона будет удобно проводить обе модели. Поэтому сегодня наша задача все увидеть, все понять, проанализировать. Учителя признаются, необходимо развивать коммуникативные навыки школьников. Апробация новой модели позволит выявить плюсы и минусы нововведения. Мне кажется, еще будут большие проблемы с национальной школой, когда ребенку нужно красиво, хорошо прочитать, а вы знаете прекрасно, что это, наверное, с этим очень сложно будет ученику национальной школы, и при выставлении оценки это все равно будет учитываться, и ударение, и так далее. Поэтому вот здесь вот еще нужно апробировать до конца этот экзамен и понять, может быть, опять же, превратить какой-то вариант. Для национальной школы это какой-то другой экзамен, да, а для гимназистов совершенно иной. В этом году новую модель регионы тестируют добровольно. Результаты собеседования на допуск к итоговой аттестации в 2018 году не повлияют. Если эксперимент признают удачным, то устный экзамен по русскому языку будут сдавать все девятиклассники страны. Вероника Павлова, Михаил Солин, Вести Чувашия.